Так, ладно, я второй поставил. Счет 3-2. Слышь ты, а ну давай спускайся оттуда, а. Слазь с дерева, тебе говорят. Не собираюсь я никуда спускаться, мне и на дереве тут хорошо. А то, что вы тут главное, мне на это наплевать. На старт. Внимание. Марш! Внимание, марш! А ну давай спросим Google, а кто такой мистер Бубл? А ну давай спросим Google. Йоу, я Бублик, я бандита сын. Гоп-ца-дрыца, гоп-ца-ца, всем хостящий привет! Меня зовут мистер Бубл, я второй в России хаски-видеоблогер. Все знают, что первый и самый крутой на ютюбе хаски-блогер – это я, бандит. Ну вы уж так и быть, подпишитесь на моего сынулика, а то он меня уже достал со своей подпиской. Да, если вы не подпишетесь, то мы с папасей придем к вам ночью и укусим за бочок. Отец, мне скучно, давай во что-нибудь поиграем. Я уже устал с тобой играться, в ближайшие полчаса я хочу изображать из себя грозного волка на отдыхе. Почему ты не хочешь со мной играться? Ну можно я тогда вон ту резиновую уточку сожру? Сдурел, это моя уточка. И вот эта черненькая штука тоже моя. Я хоть и не знаю, что это за штука, но я тебе ее не отдам. Ты так все игрушки, которые я тебе подарил, сломал и сгрыз. Подумаешь, ну купишь еще, у тебя же пенсия большая. Рыжая сопля, а ну-ка хватит меня подкалывать с пенсией. Папася, нюхать то, что ты сейчас нюхаешь при разговоре с сыном, неприлично. Да ты совсем офигел меня приличием учить? Я тебе в последний раз говорю, отстань от меня, дай мне спокойно поваляться. Если ты не будешь со мной играть, я тогда буду грызть тумбочку. А когда ее сгрызу и на пол свалится телевизор, я человеком скажу, что это ты сделал. Ты что, реально хочешь так подставить своего родного папашку? Какое коварство, какое вопиющееся негодяйство. Папася, что мне еще остается делать? Ты же вообще отказываешься со мной играться, а мне нужны игры. Игры, игры. Хорошо, я тебе сейчас устрою настоящие хосячие олимпийские игры. Чё, серьезно? И даже медали будут? Конечно. Итак, знаменитое хосячье троеборье. Если ты выиграешь олимпийские игры, то обещаю все время с тобой играться. Если я, то ты от меня отстаешь. Понял? Конечно, понял. А в чем мы соревноваться будем? Первая дисциплина, кто больше поставит хосячих лайков под деревьями. Да, пошли скорее на улицу. Хосята, если вы вдруг не знали, то улица – это наша хосячая социальная сеть. Это человеки сидят там в своих смартфончиках и тыкают туда своими корявенькими пальчиками. А мы, грозные волки, ходим от дерева к кустику. Именно там оставляем свои посты и комментарии. И ставим лайки, естественно. 3, 2, 1. Кто больше поставит хосячих лайков, тот победил. Я один уже поставил. И я поставил. Так, секундочку, секундочку. А вот и второй. Отец, это нечестно. Нельзя под одним и тем же роликом 2 лайка ставить. Надо под разными деревьями это делать. Ничего не знаю, я хосячий хакер. Я под одним деревом могу поставить несколько лайков. Хе-хе-хе-хе. Да, я поставил еще 1 лайк. Блин, отец, я же так быстро проиграю. Я сейчас тебя за это укушу. А ты сначала поймай меня, мелкий противный монстрик. Так, ладно, я второй поставил. Счет 3-2. Ой, какой интересный пост под этим деревом. Да еще и длинный такой, надо обязательно поставить лайк. Я веду 4-2, бубленцы. Блин, мне надо поднапрячься. Так, что тут у тебя? А я тут первый, это мое дерево, 5-2. Ничего, я под другим лайк поставлю, 5-3. Вот и все, Бублик. Мы с тобой дошли до нашей знаменитой кучи грязного снега. И я ставлю победную точку, 6-3. А вот и фигушки, пенсия, 6-4. Это специально, чтобы победа тебе слишком сладкой не казалась. Ладно, в этой дисциплине я продул, а ты надул. Какой следующий вид спорта? Следующий вид спорта – хосячий бег. Кто быстрее прибежит к человечихе, тот победил. Сейчас, папулечка, небольшой перерывчик. Надо поцеловаться с моей подписчицей. Чё это с твоей? Она и моя подписчица тоже. Блин, бубленцы, ты это видел? Капец! Это же наша знакомая белка-мутант. Слышь ты, а ну давай спускайся оттуда, а. Слазь с дерева, тебе говорят. Да, белка, а ну давай слезай. Если тебе злобные волки говорят слезай, надо слезать. Мы главные псы на районе, нас все должны слушаться. Не собираюсь я никуда спускаться, мне и на дереве тут хорошо. А то, что вы тут главные, мне на это наплевать. Тем более орешков у вас нет. Не, ну ты посмотри на это неуважение к представителям районного криминалитета. Вопиющееся негодяйство. Меня, злобного бандита, вообще ни во что не ставят. Капец! Отец, не расстраивайся. Хочешь, я тебе подарю вот этот одиноко торчащий из земли шарик? Ну давай, может он меня утешит? Да, только надо подумать, как его правильнее взять. Блин, да он не берется никак. Так, сейчас я его схвачу поудобнее. Упс, пенсия, походу ты остался без шарика. Да что за день такой сегодня? Доставучая рыжая сопля, наглая белка, да еще лопнувший шарик. Все, Бублик, пошли олимпийские игры продолжать будем. У нас на очереди хосячий бег. На старт.
Внимание! Марш! Ура! Я выиграл! Да, я выиграл! Я победил! Я порвал папашку пенсионера! Да я тебе поддался! Нет, я честно победил! Ура! Я выиграла! Самый быстрый хаски в мире! Я тоже прыгну, может мне это радости добавит? Нет, не добавила. Отвратительный день. А мне добавила! Я победитель! Я самый крутой! Ура! Я выиграл! Кстати, папася, какой вид спорта будет третьим? Наш любимый, поедание сырого мяса на скорость. Однажды ты меня уже победил, и мне надо взять реванш! Вот, внимание, марш! И мне дадут медаль и вкусняшку. Это капец. Это что, я на самом деле старею? В хосячих олимпийских играх победил мистер Бубл. Ура! Ура! Я не понял, а за второе место разве ничего не будет? Неужели вы не дадите бедной несчастной собачке хотя бы вкусняшку? Да, я понимаю, я проиграл. Но, во-первых, Бублика надо проверить на допинг и отобрать у него медальку. А во-вторых, надо дать мне хотя бы утешительный приз. О, вот спасибочки! Мне эта медалька и нафиг не сдалась. Мне главное, чтобы вкусняшку дали. Папася, игры же были твои идеи. Почему ты не радуешься за сыночка? Ты же должен мной гордиться. Бублик, после всего этого я даже разговаривать с тобой не хочу. Прошло 2 дня. Папочка, ну поговори со мной. Ну на что ты обиделся? Не, ну ты не говоришь со мной уже 2 дня. Уйди, вонючка, я в печали. Разговаривать с тобой не буду. Папуля, ну ты же сам сказал, что если я выиграю Олимпийские игры, то ты будешь со мной играться. Ты же слово дал. Волк слово сказал, волк слово забрал. Последний раз говорю, я не буду с тобой играться и не буду с тобой разговаривать. Ребята, напишите в комментах, как сделать так, чтобы папася перестал на меня обижаться. Ведь все было по-честному. Почему он так себя ведет? Помогите мне снова развеселить папу бандита! Папася! Пап! Отец! Ну чего тебе? А что такое хот-дог? Ну как тебе сказать, там кот, дог и иногда мышь. Стоп! Дог в переводе с английского это же собачки. Так, рыжая сопля, тебе еще рано это знать. Человеки, что едят маленьких злобных волков? Ахахах, нет, я пошутил, ахахах. Пап, папася, пенсия. Чего тебе, рыжая сопля? Я стал поэтом. Тю, поэтом он стал, ну-ка прочитай тогда одно из своих произведений. Ел сосиску я когда-то, жил и жил. И вдруг тогда гора оладушек упала на меня. Круто, правда? Это набор слов, поэтом он стал, вот как надо. Я помню чудное мгновенье, ко мне пришло уведомление. Я лайк поставлю, подпишусь и никогда не отпишусь. Капец! Пап, ну пап, папася. Чего, есть хочешь? Нет. Ну ладно, я пошел. Нет, стой. Ну ладно, говори, чего хотел. А почему меня зовут Бублик? Потому что ты рыжий, тебя можно сожрать. Пенсия, тебя зовут бандит, потому что ты был в тюрьме? Нет. А бандитами же называют человеков, которые в тюрьме сидят. Ну да, и что? Человеки, сос, моя пенсия в тюрьме сидела! Папаня, пап, отец. Чего тебе? А что такое суп с котом? Ну это люди так говорят, а потом суп с котом. Это что значит, что они суп с котом потом есть будут? Ну я не... Стоп, они что, живодеры? Капец! А потом, наверное, нас сварят, они в супе и сидят. Нет, хаски, бегите от людей! Капец! Пап, папася, отец. Что, Бублик? А почему гордые хаски лапы не моют? Потому что мы гордые хаски. А почему мы гордые? Потому что мы хаски. Значит, остальные не гордые и не крутые псы? Говори. Закончим на этом. Пап, папася, отец. Что, рыжая сопля? Ты очень похож на волка из красной шапочки. Да. Значит, ты съел бабушку? Да. Капец! Папася! Чего, бубленция? Я космонавт! Ты не космонавт! Почему? Я не её знаю. Хосята, а теперь продолжение моего челленджа ваших питомцев в человеческих шмотках. Спасибо, что присылаете их в нашу с папасей группу ВК. О да, кроликов у нас еще не было. Очень симпатичный зайчик получился. Спасибо.
спасибо. Я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем всем маленьким собачкам шьют одежду. Вот свитер с капюшоном, например. У них что, своей шерсти нету? Кто-нибудь может объяснить? Классика. Котяра в кепке Angry Birds. Наглый такой, небось слопал всех птичек и лежит толстый довольный. Чувак на улицу хочет выйти, даже кофту напялил, а никто ему дверь не открывает. Капец, как обидно. Кошатинка в шляпке и платье. Симпатичная. Если бы я на улице такую встретил, то, может, даже и гонять бы ее не стал. Вот умная одетая собака лежит и читает книжку. Походу, уроки делает. Кстати, а вы все уроки сделали? Напишите в комментах. Еще одна кошатинка в шляпке. Судя по выражению морды, шляпку к ней прикрепили на суперклей. Шарфик на хаске всегда выглядит потрясно. Спасибо за фотку. Я даже не хочу спрашивать, как держится на башке этот бантик. Меня смущает другое. Как вяжется с таким образом пиратский пистолет, который лежит возле лапы? О да, походу это американскую собачку. И скорее всего снимается в каком-нибудь полицейском сериале. Хозята, еще раз спасибо вам за фотки. Мой челлендж ваших питомцев в человечьих шмотках продолжается. Присылайте фотки в предложенные новости в нашу группу в ВК. Ссылка в описании. Хозята, у меня на сегодня все. И напоследок я приготовил для вас интересные рецепты из сосисок, которые вы мне написали под предыдущим роликом. Можете попробовать приготовить их. А если не получается самим, позовите кого-нибудь вам помочь. Потом напишите, что у вас получилось. Ок, всем хозяйщая пока, скоро увидимся!